Православные верующие готовятся к одному из главных церковных праздников – Рождеству Христову. 6 января наступает рождественский сочельник. Рождественские службы проходят в эти дни во всех православных храмах. Сочельник – последний день перед Рождеством, день особенно строгого рождественского поста, когда по церковному уставу разрешается принимать в пищу только сочево, размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, бобы, гороха или овощи. Рождественский пост завершается с наступлением темноты или появлением на небе первой звезды, символизирующей звезду, взошедшую над Вифлеемом, когда родился Иисус. Согласно Евангелию, увидев ее, волхвы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему свои дары. Рождество – это же православный праздник. Мы как бы готовимся к нему. И на Новый год мы, например, не едим с коровным, мы еще постимся. А уже на Рождество – это как бы и возрождение Христа, и Новый год. Рождество Христово – величайший праздник человечества. Официально его отмечают по старому и новому стилю в 34 странах, в которых проживает более миллиарда человек. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.